В Петербурге международный экономический, в Екатеринбурге международный промышленный, а в Шадринске форум малых городов. Хотя Шадринск относится к средним городам, но уже шестой год подряд здесь проходит международный инвестиционный форум «Малые города России». В этом году он собрал 3000 человек. Участие в форуме приняли представители 8 регионов. Производители, поставщики продовольственной отрасли, финансовых структур, инновационных и инвестиционных фондов. А также представители 6 иностранных делегаций из Китая, Венгрии, Вьетнама, Таджикистана, Белоруссии и Казахстана. Главной темой обсуждения было устойчивое развитие агропромышленного комплекса, решение задач импортозамещения и обеспечение продовольственной безопасности регионов УРФО. Спасибо, я зав. Отделением принимаю другой. Предлагаю с нашим очаровательным вокальным ансамблем исполнить следующую композицию. Вы не против, друзья?
Вот здесь телефончики на обратной стороне у нас. Вот так у нас бесплатно.